индекс промышленного производства у нас достиг 102,7%. Это выше, чем среднероссийский показатель. При этом отрадно, что ряд субъектов, входящих в СКФО, это Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, здесь имеют более опережающую динамику, 115-108%. И я думаю, что эта планка для нас в целом принципиально важна, потому что именно такое опережающее развитие обеспечивает действительно возможность отвечать на те проблемы и бюджетов, и создания новых рабочих мест, и многие другие показатели, которые сегодня в СКФО присутствуют. Систему здравоохранения, мы помним, что президент обозначил это как ключевой приоритет в целом в рамках государственной политики, у нас развивается позитивно. И это и общие показатели естественного прироста, и это коэффициенты смертности, которые у нас снизились и сегодня составляют 7,6 по стране, что если брать среднероссийский 12,4, то это очень хороший показатель. То, что у нас сегодня республика Ингушетия уже достигла той планки, которая как бы в целом характеризует уровень развития страны 80+, да, но как бы это позитивная динамика. Напомню, что в рамках 2017 года нами поддерживалось 14 инвестиционных проектов, которые должны в совокупности привлечь по результатам реализации первого этапа около 3 миллиардов рублей и создать более 1900 новых рабочих мест. Еще раз подчеркну, у нас есть позитивные истории. Вот мы сегодня, к примеру, с Юнусбеком Гиреевичем утром открыли новое предприятие РИАК по производству алюминиевых профилей. Именно проект смог состояться благодаря этой программе. Могу сразу подчеркнуть, что в целом у нас практика показала, что мы идем правильной дорогой.